Сегодня в областном центре наградили тюменцев, которые расчищали город после январских снегопадов. Это бульдозерист, машинист автогрейдера, дворники, водители погрузчика. В новогодние каникулы эти люди не отдыхали. В первые две недели 2017-го было привлечено 400 единиц техники и 1400 дворников. Вывезено 75 тысяч кубометров снега. Всем отличившимся вручили признательности главы города. Один из трактористов во время уборки спас машину от огня. Дворы убирали, смотрю, машина задымилась. Подъехал, говорю, тебе помочь? Он говорит, если сможешь. Говорю, давай снегом закроем, а то сейчас полностью спалится. Ну все, здесь снег засыпал ковшиком. Все, потом капот открыли, затушили полностью. А там все люди бегали, кто не помогал, на телефоны снимали. Всего признательность от главы города получили 16 человек. Уже завтра все они снова выйдут на смену.